это вот мы вышли, это Брюссельский собор Сен-Мишель, он похож на Нотр-Дам, но это не Нотр-Дам. Это собор Сен-Мишель и Гадулы какой-то. Вот. Очень красивый, очень шикарный и большой. Но... Очень красивая кафедра вообще. Да, красивый собор. Хоть он и простой, но красивые витражи. Очень красивые витражи. Много статуй. Надо посмотреть на орган необычный, такой из трех частей, такой тоже ни разу не видел. И с такими пушками, как бы выделяющимся. Это вообще орган необычный. Класс. Красивая кафедра вообще. Какая здоровская. Пойдем посмотрим алтарь. Ух ты. Буквы. Алтарь красивый. Мишель Манкукси. Ух ты, 1500 год. Крысь, класс, какой классный триптих. 1500 год. Да, клёвый. Ух ты, какой интересный сырый алтарь боковой. Ничего себе. А, вот, это капелла наша. Our Lady, Нотр-Дам, да? Капелла Нотр-Дам. Да, и необычный такой собор. Какой танцет тоже смотри, какой классный. А? Органы вообще этот такого не видел, тройного органа. Вот здесь можно обойти его. Ух ты, класс. И маленький органчик. Слышишь, да, что называется кафедральный собор. Это Нотр-Дам, да? Да. Ага. Обалденно. И здесь еще один такой алтарь. Собор вообще клевый. Золотые звезды. Ух ты, здесь тоже такая часть офигенная. Закрыта. Интересно, что это за картина. Процессия в Брюсселе. 1625 года, неизвестно, кто нарисовал. Красивый здесь алтарь с такими людьми. Еще вот эти. Блин, почему закрыто тут? Почему здесь эта красота закрыта? Стрит тихо. Все здесь закрыли. Самую красивую часть закрыли. Мишель. Какой-то Мишель. Это музей. Ух ты, тут музей всяких. Всяких-всяких, все закрыто. Музей всяких красот. Очень клевый собор. Вообще, вот здесь.
Вот такой вот Нотр-Дам брюссельский. Вот такой вот брюссельский Нотр-Дам. Необычный.